получила посылку от магазина Мылоопт, и сегодня хочу вам показать, что же я там заказала. Первое, это то, что я у них увидела, это был вот такой вот миксер. Сейчас я вам открою, покажу его поближе. Он на батарейках, пока я батарейки не приобрела и его не испытывала. Вот, в принципе, одна кнопка. Я хочу не взбивать мыло, всякие крема. Но я думаю, что это хорошее приобретение и в быту. Далее я заказала у них мыльную стружку. Вот так она выглядит. 500 грамм пачки для расплавки маленького мыла. Она уже как бы такими небольшими кусочками. Поэтому я думаю, что она будет удобной в применении. Также я заказала кремообразную основу производства Англия для скрабиков. Сейчас покажу. Могу открыть. Вот так поближе. Она мягкая на ощупь. В принципе, то, что нужно. Также я заказала концентрат. Его нужно разбавлять с водой или с глицерином. И можно делать шампунь и мыло. И также я заказала готовую основу для шампуня органического производства Англия. Также я занимаюсь иногда свечами, поэтому заказала фитильки разных диаметров. Вот такие вот держатели для фитиля. И вот такой вот глиттер для свечей. Также мной было заказано очень много всевозможных ароматизаторов. Например, плохое поведение, вишня в шоколаде, грейпфрут, морской бриз, любовный эликсир, кокос и мандарин, сосновый бор и жвачка. Для детского мыла очень хорошо жвачку использовать. Лесные ягоды и мороз и свежесть. Еще из отдушек очень мне хотелось кока-кола, клюква и гранат. Тоже приятный такой запах. И последнее, это, конечно, всеми популярная Баунти. Вот, в целом посылка у меня получилась достаточно объемная. В принципе, все такое самое необходимое я заказала. Что могу сказать о магазине? Меня порадовал их широкий ассортимент и очень такие приятные цены. Могу вам посоветовать заказывать. Единственное, что у меня была бесплатная доставка, тоже мне понравилась, но она только от 350 гривен. Но я думаю, что это достаточно небольшая сумма, включая их ассортимент, и вы можете выбрать много товаров для этого.